41 914, лифтинг, маска. Еще здесь у нас и сыворотка, еще у нас здесь и ночной крем. И ночной это крем. Это просто, Ирочка, это просто бомба. Это божественная маска, антивозрастная система с коллагеном. Как ты знаешь, да, что с возрастом у нас коллаген после 30 лет, он просто не вырабатывается. И наша кожа, она обвисает, да? Что такое коллаген? Это белок, который отвечает за каркас нашей кожи. И когда он не вырабатывается, мы обвисаем, вот эти вот у нас получаются такие обвисшие, как у собачоночки, такая мордочка, да, вниз. И вот чтобы этого не произошло, девочки, наша маска антивозрастная с коллагеном поможет вам побороть вот эти все причины, поднимет вашу кожу, и вы вновь станете красавицей молодой. И, да, и посмотрите, номер лота 41 914, это настоящий хит сезона, это настоящий бестселлер нашего канала, и все это вам сегодня доступно по цене 989 рублей. 989 рублей. Вот это все? Не одна, не одна 989 рублей, а 6. Целый огромный набор. 6 масок. Девочки, вы целых 6 раз можете бороться с возрастом. Напомню, что это антивозрастная. 3 в одном, не 2 в одном, не 1 в одном, а 3 в одном. То есть сначала у нас сыворотка. Ирочка, обрати внимание, что мы наносим сначала сыворотку. Что же у нас такое сыворотка? Сыворотка — это косметическое средство, это, можно сказать, кретящая помощница наша, когда у нас уже кожа немножечко увядает, да, у нас сыворотка — легкая текстура, которая проникает в кожу, мгновенно впитывается. В сыворотке в 10 раз больше активных компонентов, чем в тюбике, в одном тюбике крема, в 10 раз. Это несмотря на то, что, да, сыворотка — это такая более легкая, флюидная текстура, за счет этого, видимо, и проникновение быстрее моментально, девочки, мгновенное даже проникновение. И что это из-за легкой текстуры, что она начинает работать. Активные наши вещества открываются и борются с возрастом нашим. То есть после применения одной маски, вот этого одного скажем так, комплекса, да, три в одном, вы помолодеете минимум на год, полтора. Ничего себе. Да, после, да, одного, после комплекса. Одного комплекса. После одного, девочки, напомню, комплекса. Что у нас делает сыворотка, повторюсь, проникает вглубь нашей кожи глубоко и начинает бороться с нашими антивозрастными, да, комплексами, то есть с морщинками, да, нашими. Дальше ни в коем случае. Дальше мы наносим маску. То есть усиливает действие сыворотки. Да. И посмотрите, да, абсолютный хит. Старая цена вот на этот удивительный комплекс, уходовый комплекс, 1590 рублей. Новая цена, да, 989 рублей. Ваша выгода сегодня составляет 601 рубль. И 989 рублей, как сказала Марина, вы заплатите не за одну процедуру, а за целых 6. Давай мы дальше, мы все-таки продолжим наш разговор и покажем все на модели. Да. Вот, Леночка, мы откроем первое, что у нас происходит. Мы наносим сыворотку, повторюсь, да? Берем чистыми, пожалуйста, ручками, так, на пальчики. И что у нас сыворотка? Мы помним, что моментального впитывания, значит, соответственно, похлопывающими движениями на все, по всему личику, по нашим массажным линиям. Давай я подержу зеркальце тебе, пожалуйста, по массажным линиям, да? Мы вбиваем, вбиваем, девочки, сыворотку нашу для того, чтобы произошло моментальное впитывание и моментальный у нас пошел эффект. Начала она работать над нашей кожей. Мы как бы ее чиним, нашу кожу, да? Так, создаем такой вот, знаешь, как каркас, да? Каркас, совершенно точно. И подготавливаем кожу к следующему этапу процедуры. И самое еще, что важное, мы наносим на те места, где у нас наибольше выражены, наиболее выраженные, конечно, складочки, наши складочки. Пожалуйста, давай. Давай на носогубочки, пожалуйста. И еще эту сыворотку можно наносить под наши глазочки. Да то ладно. Есть на нашу самую чувствительную кожу на лице. Такими легкими постукивающими движениями на косточки наши. Так, наносим, Миночка, пожалуйста, помогай мне. И дальше следующий этап. Дальше следующий этап, это у нас, конечно же, мы накладываем маску саму. Саму масочку, которая у нас пропитана коллагеном.
У нас произойдет сейчас усиленное действие, у нас произойдет еще сейчас лифтинг-эффект. Ничего себе! То есть на сыворотку вот такую тканевую маску. Абсолютно. Кстати, точно. Вот такие маски, да, вот, Марина, обратите внимание, очень популярны очень, сейчас. Очень обратите внимание, насколько она пропитана. Настолько она пропитана и настолько будет у нас сейчас питаться наша кожечка. Обратите внимание, как мы ровно должны положить ее. Аккуратненько на все лицо. Должен легкий холодочек такой идти, да? Инночка, идет легкий холод? Конечно, конечно, приятный легкий холод, легкое пощипывание. И посмотрите, как приятно у нас все. А остальное мы можем даже нанести на кожу. Mm-hmm. Остальной гель, который остался у нас на ручках, мы даже нанесем на шейку нашу, на шеечку, чтобы шея тоже у нас обогащалась коллагенчиком. Марина, скажи, пожалуйста, сколько по времени мы эту маску держим? Или каждая женщина должна интуитивно понять? Потому что я так понимаю, вот то, что у нас находится на тканевой маске, кожа начнет впитывать, да? И когда мы видим, что ткань сама, она подсохла, да, высохла, то, соответственно, уже маску, наверное, можем снимать. Но по времени это сколько? По времени это, еще раз повторю, что эта маска очень сильно пропитана коллагеном. Соответственно, она не высохнет. Но держать ее надо 20-30 минут. Достаточно. Отлично. Не надо больше, потому что воздействие всегда у нас 20-30 минут, повторюсь. Вот. После того, как у нас прошло 20-30 минут, что мы делаем? Мы снимаем, аккуратно снимаем маску. Как мы знаем, чтобы не растягивать нашу кожу, мы снимаем ее снизу. Слушай, абсолютно, вот это для меня как сейчас будто открытие. Бы мы снимаем кожу. И остатки геля мы равномерно распределяем аккуратно по всему лицу. Девочки, заберите у меня, пожалуйста. Знаешь, вот даже передается, Марин, вот мы видим нашу модель, и передается вот это ощущение свежести. Свежести, и, да? И, наполняется, да, влагой. Да, у нас да, очень да, так прям хочется дышать. Дышать, да. И такое ощущение, что сока напитывается кожа вот, соком. Обратите внимание, пожалуйста, на картинку. Это обратите внимание, после. Да? Это до и после. Браво. Посмотрите, что происходит. Как у нас уменьшились наши носогубные, да, складки. Это просто колоссальный эффект. И всего лишь обращу внимание, что по этой такой низкой цене 6 штук. Не одна масочка у нас, а 6 комплектов. Обратите, вот внизу, как были опущены. Посмотрите, да. Какие были, да, многочисленные, да, да, глубокие морщины. И какие они стали, буквально их 1-2 осталось. И не только морщинки, не только, цвет, да, да, цвет кожи цвет молодых девушек, например. Абсолютно точно. Борется с нашими красными пятнами. Mm-hmm. Улучшает капиллярную носогубную кровообращение, да, и уплотняет наши капилляры, потому что мы что отвечает у нас? Капиллярные сосуды, капиллярчики у нас отвечают, да, за нашу красоту, за свежесть, нашу эластичность кожи. И продолжим дальше, да, остаточки мы равномерно, так как у нас немножко времени... Ну да, 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 дома, да, дома вы, конечно, больше, сможете держать эту маску 20-30 минут, сейчас мы остатки, да, снимем. Остатки снимем салфеточкой, промокающими движениями, девочки, только промокающим, ничего большего. И что мы делаем? Наносим крем. Девчоночки, дайте мне, пожалуйста, крем обратно. Нанесем наш чудодейственный питательный крем, в котором уникальный пчелиный воск, который заполняет наши, как борозды, да, на земле, заполняет наши. Я вот так нанесу, Инночка, а ты, пожалуйста, мне помоги и все это равномерно нанеси. Так, прекрасно. Да, и еще раз вам напомним номер этого лота. 41-914. Вы получаете целый комплексный уход, трехэтапный уход, который состоит, как сказала уже Марина, с легкой такой сыворотки.